Агр. В общем, посмотрим, кто выживет. Гонки на выживание, ребята. Бекст! Он там! Быстрее туда! Короче, ребят, смотрел, где же мне голды-то посмотреть, сколько у меня денег-то и вообще, сколько сундуки стоят. У меня текст пропал. Офигеть. Roblox, короче, недавно обновили и, походу, так обновили, что теперь вообще ни текста сундуков, ну сколько они стоят, ни сколько вообще у меня золотого здесь вот должно вот находиться. Короче, капец, чё, верните обратно, верните мой текст. Кстати, между прочим, я заходил и в другие игры, там тоже, короче, такая же фигня. Да, у кого также пишите в комментах, может кто знает, как исправить эту фигню, может, я не знаю. Это я что-то тут натворил, нахимичил, напортачил, ну, в общем. Сейчас не об этом будем, сейчас играть в лотерею. В общем, я не знаю, какой сундук, чё, сколько там стоит, потому что, ну, не написано у меня. Это капец капецкий. Буду, короче, наугад все это тыкать. Ну, вот золотой, по-моему, он 135, да, стоил? Или красный 135, не знаю. Давайте, в общем, нажмем и попробуем, ну, золотого начнем. А, подождите, 15 голды. Вот, тут, фух, хотя бы здесь написано, но... Ладно, здесь написано, я не знаю, сколько у меня голды сейчас вообще. Этот 45, этот 135, этот 5 голды. Ну, ладно, начну, наверное, с красного тогда. Хотя надо вот с этого. Нет, нету. Мне предлагают докупить. Нифига. Тогда с красного. Есть красный. Так, 9 камня. Выпало 3 ржавки. Ну, ржавчины. Ох ты, нифига себе. 2 палки. Вот это кресло! Я сейчас как элита поеду нафиг на своем разваленном корабле. Все, походу все. Ну-ка, еще смогу купить? Нет, все, деньги кончились. А золотой? Да, золотой могу. 2 ржавчины. 2 деревяхи. А голда-то капает вот здесь вот. А, точнее, это она ушла. Ух ты, там, по-моему, дверь была. Ну-ка еще. Нет, все, деньги кончились. Ну тогда последние за 5. Все, и за 5 тоже не могу. Я нищеброд. Истинный нищеброд. Зато у меня лухари кресло есть. Где это кресло? Текс. В общем, кресло-то у меня зачетное. Только корабль будет незачетный. Построю, в общем, весь корабль из металла. Сердцевину из дерева. Дальше идет ржавый металл по кругу. Офигенно. На какой-то квадратик похож. Ну ничего. У меня есть еще. Можно еще поставить вот так вот. Ну-ка, кстати, она откроется, нет? Я могу туда заходить? Не, не могу. Тогда пока... Опачки! Открыть палубу! Закрыть палубу! В общем, ясно. Я ее куда-нибудь сейчас пришпандорю. Обязательно. Я ее хочу... Блин, а как мне ее развернуть? А, во. И хочу ее поставить вот сюда. Блин, так она ж вообще не по мой рост. Она для карликов. Тут еще такая щель... Как для почты, типа, письмо закидывать. А, вот она как должна была стать. Ну, один фиг, она для карликов. Один фиг. Ну, вот, типа, я захожу. Не понял. Как бы она... Дверь вместе с рамой открывается. Это нормально. Для этой игры это нормально. Как бы рама-то должна на месте оставаться. Дверь только отпираться. Ну, в общем, чудо лодка. Чудо корабль у меня будет. Так, а сколько, кстати, у меня вот этих вот штук? Ага, одна. Ладно, тогда типа импровизируемую раму замутим сейчас. О! О, огонь! Рогатая рама! Ну-ка. Ну во, вот это теперь другое дело. Похоже на дверь. Зашибись. Теперь мне нужно обшить корпус. Обшить корпус. Чем только обшить? Вопрос. А чё б не психануть и не обшить камнем, да? Камушек сюда, вот так, отлично. Знаете, похоже это на огромный гигантский трон. Ну вот само по себе это реально уже похоже на трон. Чё-то я психанул. Так, что я еще могу здесь сделать? Ну, в общем, здесь еще камушек по низу пущу. А, камень закончился. Камень закончился. Все ресурсы пускаю на строительство корабля, поэтому все сейчас будет здесь у меня использовано. Вот тебе нафиг, блин, мне-то плыть надо прямо будет, а я корабль боком поставил. Эх,
Сейчас я его быстро разверну. А, не буду даже заморачиваться, пофиг, поплыву боком. Ну что? Уже более-менее на корабль похоже, да? На какую-то подлодку. Еще крышу надо намутить, и будет вообще огонь. Так, кресло, конечно же, я поставлю вот сюда. Ну-ка, попробуем сесть. О, отличненько. Также сюда поставлю сейчас руль. Огонь, руль есть, рулить можно. Мачту, обязательно мачту я воткну посерединке. Вот так вот. Огромная здоровая мачта. А что, если я сделаю еще вот так вот? Я люблю, когда много мачт. Блин, я так ее впихнуть не могу. Это печально. Итак, вроде бы мы готовы ехать. Я сейчас эпично захожу в свой корабль, открывая двери, захожу, закрываю, сажусь в кресло и запускаю. Понеслась жарень. Блин, у меня лобаша отвалилась. Ой-ой-ой-ой-ой, у меня два лобаша отвалилось. Чуваки, прыгайте. Ах ты ж, нет. Замерзли, чуваки. Ну ничего. Мои воздушные... плавательные, как они их там, как их там, спасательные шлюпки продержатся дольше всех. Ну, я надеюсь на это. Все-таки у меня тут один спасшийся матрос сидит. Ну что ж, пошла жарень. Конечно, плохо, что я плыву боком. И сейчас все соберу нафиг. Пах! Пока едем. А, шлюпку потерял. Ну, как обычно это бывает. Пока я здесь плыву, выясняется, что у меня тут все подписчики со мной играют. Это же офигенно круто. В общем, вот все подписчики. Ну, а мы продолжаем браздить браздоры. Я что-то забыл, как это правильно сказать. Браздить, короче, море Роблокса. И, кажется, наша шлюпка... Да, немножко подбили корму. Немножко подбили насямбу. Еще осталось две шлюпки. Матрос живой. Воу-воу-воу-воу, какие тучи. А, молния! Нас молнии бьет. Оу, нифига себе, как прямо на метко бьет-то по кораблю нашему. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, что мы не загорелись еще. Было бы очень экстремально. Так. Что это у нас за локация такая? Воу-воу-воу, полегче, полегче, шарами сейчас накроет. Вот это нам не нужно. Блин, прям в нас шар вкатился, да еще и сзади. В принципе, они не так уж... Ой, кажется, я потерял... Нет, я потерял своего матроса! Единственного матроса, который плыл на спасательной шлюпке. Ёдрин батон! Что это такое? Вау, в меня из пушек стреляет! Капец. Капец-капецки, куда садиться? Ладно, на корточки здесь не присесть. Я буду до последнего на своем корабле. По-другому никак. Капитан тонет вместе с кораблем. Мой кораблик... Пока живой. Ой-ой-ой, что это происходит? Что это происходит? Не надо нам так. Нам так не надо. Капец, капец, капецкий. Ай-яй-яй-яй-яй. Вах-вах-вах-вах-вах. Наверное, сейчас опять вода поднимется. Так, ладно, я сажусь. Но вода, по идее, должна подняться. Как же мне дальше-то плыть? Ох ты, точно она поднимается, но без моего корабля. Блин. Вот это подстава была. Просто капец, капецкий. Интересно, сколько же я голды поднял сейчас? Итак, ребята, я набрал команду матросов. Учитывая прошлое мое плавание, я не знаю, сколько я голды поднял. Так, ну, мы сейчас попробуем купить какой-нибудь ящик. Ну, допустим, за 45 голды. Опачки, можно было. А может быть, прокатило бы и за 135. Хотя не факт. Дверь попалась. Самое интересное, это дверь. Так, что еще? Может, я еще за 45 могу? Нет, все, за 5 тоже не могу. Все, значит, у меня было 45 голды. Ну что ж, в принципе, пока все. Я предлагаю поплыть вот на этом царском корыте. Не в обиду подписчику, который это сделал. Здесь прям такое царское корыто, видите, два кресла. Садишься вот так вот и смотришь на своего союзника. Ну, точнее, не союзника, а на своего матроса-другана. Ух ты, мы поплыли. Поплыли, это хорошо. Также мы еще можем стрелять из пушек. Вот так вот, будем ответочку давать. Итак, мы подплываем, и сейчас я открою огонь по вот этим вот камням. Так, блин, что, она перезаряжается, что ли? Я один выстрел всего сделал. Вот так вот, пошла жарень. Блин, прикольно, когда ты командой играешь. Столько матросов. Вах, 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 мы попали под обстрел. Чем больше корабль, тем легче по нему попасть. Это беда.
Так, я пересел сюда наверх. Ох, 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 как нам сейчас прилетел сюда снаряд. Блин, блинский. Как дальше-то плыть? Блин. Вот беда. Из-за того, что наше кресло вот тут вот отломилось и болтается, мы не можем плыть дальше. Оно багается и не дает нам. Надо его вытолкнуть. Надо как-то... Ай! Надо его как-то вытолкнуть. Вот так вот, ребят, все, я вытолкнул. Ништяк, плывем дальше. Ох, 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 горячо как. Да блин, лавочку. Лавочку. Все, ребят, нам кажись карандец. Была последняя спасательная шлюпка, которая могла нас спасти, но нет. Ах да, еще вот тут вот у нас забагались пару предметов. Короче, они сейчас нам будут не давать выплыть. Нормально. Что у нас здесь? А-а-а, песок. Сейчас мы здесь, да, ой-ой-ой, как мы сейчас сядем на мель-то. Блин, неудачную зону мы выбрали. Все, это капец. Капец капецкий. Так, нужно наверх сейчас забраться. Повыше. А то в прошлый раз я сел пониже и меня утопило. Вах-вах. О, все нормально, все нормально, все огонь. Фух, здорово. Пока вроде плывем. Блин, опять и здесь, что ли? Да сколько можно на мель-то садиться? Ну что за дела? Маленький кусочек корабля остался. Попробую выплыть на нем. Ой-ой-ой, я слышу пушки. Сейчас нам придется нелегко. Фух, обратно вернул, слава богу. Я хочу на маленький... Блин, да что ж забагалось-то опять? Давай, дружище, прыгай. Скорее... О, воу-воу-воу-воу. Нет, я рассыпался. Фига себе. Это было эпично. Очень, я бы даже сказал. Так, ребята, здесь матрос мои что-то построили. Что-то невероятно офигенное. Короче, у нас сейчас с ребятами такой план. Каждый строит свой корабль, и потом мы плывем все вместе, бандой. То есть у нас получается 5 кораблей. Вот этот корабль, конечно, роскошный. Похож на пароход с пушками. Просто массивный такой, мощный, классный. Но посмотрим, что построю я. И что построят оставшиеся участники нашего плавания. Оу-е-е, ребятки, мы поплыли. В общем, я построил вот такую вот непонятную штуку. Давайте я от первого лица вам покажу. Почему-то окно я поставил сбоку, а не спереди, ну, вместо лобового стекла. Как бы я не знаю, почему я так сделал. Зато у меня есть двери. Нормальные двери, вы посмотрите. Да не, конечно, угораю. Так, мы плывем все вчетвером, впятером. Там он у нас, товарищ перевернулся. Здесь у нас товарищ вообще с четырьмя мачтами плывет. У этого товарища непонятное какое-то сооружение. И наш великий пароход, который, я надеюсь, проплывет дальше всех. Он даже стреляет вон в кого-то. В общем, посмотрим, кто выживет. Гонки на выживание, ребята. Ух ты ж, нифига себе, это что я так... Кого это? Как это меня так? Короче, у меня тут ножка одна отлетела. Ребята тут, короче, накидали еще мусора дофига. Мусор предназначен для того, чтобы он сносил камни. А потом корабль спокойно мог проплывать. В общем, это такая ловушка для камней. Итак, я плыву самым последним. И мне очень не повезло то, что я построился немного сбоку. Все ребята как бы плывут вместе, а я так немножечко отдельненько, поэтому им, ну, легче. У нас минус один матрос. А, кстати, я плыву не последний, вон там вон еще один матрос плывет с нами, только он в самом конце, вон он там вдалеке. Один матрос у нас перебрался на пароход, то есть вот с этой вот непонятной шлюпки он перебрался вот на этот огромный пароход. У нас сейчас тут метали ледяные, точнее снежные глыбы, но мы спокойно преодолели это препятствие, продолжаем плыть. О, а я в окно вижу двух своих матросов. Так, что-то у меня отвалилось. Что за чупа-чупсы тут вылазит? Воу, нифига себе. Сейчас, кажись, мы в поле чупа-чупсов летим. Чокопай, Орион, все дела. Фух, вовремя вода поднялась. Прям вовремя, вовремя. Не-не-не-не-не-не, только не... Фух, проплыл. Даже не задел. Может, там царапнуло чуть-чуть. Чупа-чупсиком.
О, моя нелюбимая локация. Сейчас мы сядем на мель. Так. И все матросы собрались на днище. На днище морского песка. Пока что мы плывем все вровень. Все пять кораблей пока живы. Все пять матросов тоже живы. Вот этому не повезло. И тому тоже не повезло. О, кажется, всем тут не повезло. Все влетели в камни. Ой-ой-ой, в лавовую локацию заплыли. Самое жесткое сейчас будет месиво. Кстати, мы потеряли одного матроса, дальнего самого. Где его дальний корабль? Вот этот вот кораблик. Еле такой живой. В общем, матрос перевернулся и погиб. Но ничего страшного. В следующий раз, надеюсь, у него будет получше кораблик. Но мы продолжаем вчетвером. Мы приплыли в токсичное море. Здесь куча отходов. Куча токсинов. Надеюсь, что я смогу здесь проплыть. У меня из дна осталось только деревяха. И мое кресло. Так, меня немного на бок перевалило. Это даже к лучшему. Бабах! Воу-воу-воу-воу, полегче, полегче, полегче. Я, кажется, без кресла остался. Так, мне придется как-то каким-то макаром выживать. Так. Сколько нас осталось? Да что ж так, я так медленно-то плыву. Ребята, короче, уплыли, потому что я тормоз. Вы посмотрите на мой корабль, он, ну, на последнем издыхании уже плывет. Не знаю, как далеко я на таком корабле уплыву, но посмотрим. Е-е-е, наконец-то! Тормоза прошли, я плыву дальше. Так, аккуратненько, аккуратненько, воу-воу-воу-воу! Ой! Все. Меня накрыло ядром. Итак, ребята, мы, в принципе, тут построились. Все построили вот такие вот страшные коробки. Я построил тут какой-то саркофаг непонятный. У меня здесь есть возможность отхода через крышу. Вот у меня шлюз есть. Вот так, хопа. И запрыгиваю сюда вниз. И вот так, отлично. Шлюз закрываю, сажусь. И вот здесь вот у меня лабаш. Узкий лабаш. Нормально, вид на море хорошо. И есть, конечно, запасной ход. Вот, я могу здесь выйти. Нет, не могу. Дайте выйти. О, вылез, наконец-то. В принципе, вроде бы все ресурсы я потратил. Можно сейчас еще что-нибудь спереди каких-нибудь ловушечек понаставить в виде табуреточек. Вот таких вот. Ну все. Ловушки выставлены, мы, в принципе, готовы отправляться. Осталось только сесть в корабль и посмотрим, как нам в этот раз фартанет. Агры. Это наш последнее плавание. Мы должны добраться до золота, или придется оставить это на потом. Ребята здесь конкретно увлеклись, понастроили просто огроменный лес ловушек. Вы только посмотрите, реально как будто в лесу бегаешь. Ну, конечно, красавчики, красавчики, ничего не скажешь, нам же это на пользу. Кстати, вот мне как-нибудь надо флаг тоже раздобыть. Хочу себе забампезить. Хочу себе поставить на корабль флаг как-нибудь. Хотя он нафиг не сдался. У Бровина 32, извиняюсь, если я читаю ники неправильно. Тут целые хоромы. То есть это, можно сказать, даже квартирка небольшая. Тут и вдвоем-то будет не тесновато жить. Вид, отличный вид на море, когда он будет плыть. Это что, телевизор? Ну, будем считать, что телевизор, хотя это металлическая балка. Так, подожди, дайте-ка я вылезу. Опа! По сравнению с моей однокомнатной, хотя это даже однокомнатой сложно назвать, там не провернуться. Можно сказать, что я еду в каком-то туалете. Ладно, смотрим дальше, что у нас тут есть. Холлер Про сделал себе вот такую вот башню. Конечно, без крыши будет сложновато, но ничего. Надеюсь, что он продержится. Открыть шлюз. Спускаюсь. Оп-оп-оп-оп-опа. Закрыть шлюз. Отлично, я готов. Фух, ребята успели, молодцы. Успели забраться. Вы только посмотрите на эту свалку. Это капец. Давайте посмотрим на вид из кабины, на эту свалку. Боже, как она мне мешает. Я нормально на море не могу даже посмотреть. Но зато она нас спасет. Первая стычка, хлам,
отбрасывает камни, ну точнее разбивает их, рушит, кому как угодно. Ловушки полностью оправдывают себя. Да блин, почему молния бьет только меня? О! Жарко, жарко, жарко. Не знаю, как долго я продержусь. Ближайший корабль. Так, товарищи там очень далеко. Ближайший только вот у Холлера Про. Но я до него не допрыгну. Воу-воу-воу. Прям просто въехал в эту башню. Да что ж такое-то, не могу я дальше этих башен проехать и проплыть. Даже ловушки нас не спасли. Ну, может, ребята там еще пробирается, потому что я единственный, кто здесь появился, значит, я первый там ушел ко дну. Ну что ж, ребята, надо закругляться. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам было весело наблюдать за нашими приключениями и то, как мы неуклюже строили какие-то корюхи, на которых мы пытались проплыть к сокровищам. В общем, всем удачки, пока и до нового видео.